кочующая по Европе европейская биеннале «Манифеста» проходила в этот раз в городе Санкт-Петербург и была приурочена к 250-летию Эрмитажа. Начну с города, значимого в моем отрочестве. Он, Петербург, величественен. Да, Петербург величественен. Да, это архитектурный ансамбль. Да, в Петербурге имеют место белые ночи. Это когда солнце начинает садиться после 11 часов вечера. Но читать можно до 23:40 и от 3:20 утра. Правда, мне довелось переживать белые ночи еще и в Стокгольме. Но зато есть и черные ночи зимой. Да, на исходе июня от 26 до 1 июля там температура была ровно 5 градусов по Цельсию. Плюс 5, как в Одессе зимой. Нам здесь сложно, невозможно вообразить, каково это. Я нечто прихватила, чего оказалось недостаточно, вот и щеголяла в чем-то одолженном. А поехала я по настоянию и за сприянием австрийских арт-критиков. Впрочем, поскольку это действительно европейская биеннале, то многие подходили и выражали мне, как украинке, свою поддержку. И вообще, пресс-конференция началась с вопроса о бойкоте манифесты из-за политики российского государства, а финская арт-критикесса мне гордо потом заявляла, это был вопрос финского журналиста. И хотя куратор 10-й манифесты, желчный немчуга Каспер Квинч, сразу озлился, похоже, его таки достала тема бойкота. Но биеннале действительно в январе уже нельзя было отменить. Да и 200-летие Эрмитажа. Да и 200-летие Эрмитажа.
Европейскость Европейской биеннале сказалась и в том, что нашей, Алевтине Кахидзе, была посвящена отдельная пресс-конференция, где она рассказывала европейцам о Евромайдане. Наверное, вот это знаешь, сколько скандалов было вокруг манифеста и также вокруг моего маленького имени Алевтина Кахидзе. Но ничего, у меня вообще не было никаких сомнений сюда ехать. Вот. Работа называется «В Африку гулять» и будет в форме пресс-конференции. Вдохновение мне дал наш отстраненный Виктор Янукович. Он приехал в Россию и дал пресс-конференцию. Я подумала, мне тоже, наверное, надо дать пресс-конференцию здесь, в России. Если ему можно, то и мне, да. Да, и он смог, а я уж точно смогу. У меня время есть подготовиться, месяц целый. И пресс-конференция, она будет, на мой взгляд, с разной коннотацией. Первая коннотация – экзотическая прогулка. Вторая – медиация, значит, искусство. И есть еще одна версия победы над электричеством, что я живьем, никакого скайпа, никакого фейсбука. Я здесь делаю пресс-конференцию, здесь, в России. Правда, бывшая соросовка, а ныне член правления «Манифесты». И, соответственно, обитающая в Амстердаме болгарка Яра Бубнова яростно фактически заставила вынуть микрофон у меня изо рта. За что подходили извиняться другие журналисты? Ну, знаете, понимаете, карьера в фонде Сороса – это как приговор, вырок на все життя. Пятидесятилетие Эрмитажа, хотя основным пространством был генеральный штаб, что на той же Дворцовой площади, что и Эрмитаж. Но задумка была в проникновении новейшего искусства в бесценную экспозицию Эрмитажа. Ну, а сам Эрмитаж — приблизительно 3000 залов. Я не все сумела найти. Затем он, Эрмитаж, является доскональным воплощением супер-гипермаркета. Не протолкнуться. Вы сами просто зайдите на сайт и убедитесь, что вам в первую очередь норовят то и это продать. Идеальная работа его директора, профессора и маркетолога Петровского. Этому не помешало бы и нам поучиться.
оговорив необходимые «но», попытаемся нечто увидеть. Хотя как все вместить в две программы, неведомо. Йозеф Бойс в Зимнем дворце. Это инсталляция немца, которого как летчика сбили над Крымом во время Второй мировой войны, и которого спасли крымские татары. По указанию автора, он умер в 1986 году, инсталляция «Экономические ценности» является образцы запасов товаров первой необходимости, продуктов питания на случай ядерной войны. Да и расположенная инсталляция должна быть посреди живописи, созданной во время жизни Карла Маркса. Клара Лиден, Швеция и Германия, отобразила то, чем славится Россия – балетом. Отточенная па балерин неподвластны художнице. Она движется старательно, но неуклюже. Зато смятые, стиснутые бумаги-картонки однозначно отсылают к по-прежнему закрытым архивам деятельности КГБ и не менее старательно блокируемому движению «Нюрнберг-2», расследующему злодеяния ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ и коммунистического режима в целом. Тимур Новиков, легендарный, безвременно ушедший, представлен собранием сшитых вручную самодельных флагов. Кстати, за жовто-блакитный или черно-синий-голубой эстонский или желто-зелено-красный литовский КГБ в свое время спокойно упекало в тюрьму или, что еще страшнее, лечила в психушке.
faith I have in art. Thank you.